представьтесь, пожалуйста. Я работник Придунайской Нивы. Как вас зовут? Меня зовут Федор Петрович. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, чем занимается ваше предприятие? Наше предприятие занимается производством сельскохозяйственной продукции и рыборазведением. Данный ангар нужен для хранения кормов, которые, часть кормов, с которых идет на выращивание рыбы, часть на реализацию другим организациям. Ангар был приобретен в 2015 году. Ангар был уже в эксплуатации. Мы ее выбрали участок, построили его. Материал ангара в хорошем состоянии. Скажите, пожалуйста, насколько вы довольны работой нашей организации? Ну, во-первых, мы организации очень довольны, люди порядочные. В процессе переговоров о приобретении никаких дополнительных требований, замечаний от фирмы, производящей эти ангары, не было. Мы эту весь металлоконструкцию перевезли транспортом, сложили, наняли строителей и его смонтировали. Так как ангар был собран вторично, при сборке никаких трудностей у вас не возникло? Нет, не было. Все было, все комплектующие были на месте. Все пошло по плану. Дайте, пожалуйста, совет нашим будущим клиентам, которые думают, покупать или не покупать ангар у нашего предприятия. Я думаю, совет один. Люди порядочные, ангары надо покупать, они нужны для производства. Спасибо большое, Федор Петрович. Пожалуйста.